В чем причина страданий человека? Я знаю, что и на Востоке тоже это было воспринято в ужасно искаженном виде. Сегодня, если вы скажете своим родственникам или друзьям, «Я уезжаю в ашрам на 3 дня», они сразу забеспокоятся. Почему? Что-то случилось? Все подумают, что в вашей жизни что-то пошло не так. В ашрам едут залечивать раны, искать успокоение. Либо в вашей жизни что-то действительно пошло не так, либо вы слишком стары для жизни. Иначе зачем кому-то отправляться в ашрам? Подобное непонимание проникло и в эту культуру тоже. По сути, если вы живете только частично, если вы живы наполовину, быть живым частично — это ужасная пытка. Многие из вас проделывали подобное на уроках биологии. Вы наверняка препарировали лягушек и тараканов, да? Милые живые существа. Но вы их разрезали, потому что хотели увидеть их сердце, печень и почки. Быть живым наполовину — это пытка. Вы видели подобное? Быть живым наполовину — это всегда пытка. Это пытка, через которую проходит значительная часть человечества, потому что люди живы лишь наполовину. Лишь одна их часть стала живой. Только физическая и ментальная составляющие стали живыми. Всему остальному еще только предстоит ожить. Полуживые люди будут страдать от всего. Они страдают от невежества и от образования. Страдают от бедности и от изобилия. Они страдают в одиночестве, страдают и в отношениях. Если кто-то не женат, он страдает. Если женится, то... Нет детей, страдают от этого. Если дети есть, ребенок может подойти и укусить вас. Иногда дети так делают. Но если детей нет, от чего тогда страдать? Но люди страдают и от этого тоже. Покажите мне хоть что-то одно, от чего люди не страдают сейчас. Хоть один аспект жизни, от которого не страдает человек. Люди страдают почти от всего. И не только от жизни. Они страдают даже от смерти заранее. Вот он даже решил построить для себя пирамиду. Люди страдают от того, что существует, и от того, чего не существует. Вы страдаете не от одиночества или компании. Вы страдаете не от богатства или бедности. Вы страдаете от того, что живы наполовину. Вы отчаянно пытаетесь стать полностью живыми с помощью денег, алкоголя, секса, походов в горы, визита в ашрам. Всеми возможными способами вы пытаетесь сделать себя полностью живыми. С вами этого еще не произошло. Временами вы ощущаете взрыв жизни, но затем все снова снижается. Когда люди постоянно находятся в таком состоянии, что они живы наполовину, удовольствие становится важной частью жизни, очень важной частью. Вы не сможете без него существовать. Удовольствие приобретает первостепенное значение в вашей жизни, если вы живы лишь наполовину. Когда вам знакомо только физическое существование, удовольствие приобретает огромное значение в вашей жизни. Если вы станете полностью живыми, вы начнете испытывать невероятное блаженство, радость.
внутри вас безо всякой причины будут происходить взрывы экстаза до такой степени, что это станет почти неприличным. Тогда мысли об удовольствии просто испарятся. Желание алкоголя или других удовольствий просто исчезнет из вашего ума, потому что вы будете полностью живы. Когда вы живы на полную, потребность в удовольствиях исчезает. Когда вы наполовину мертвы, удовольствие приобретает для вас очень большое значение.